Художник искусный, а ну, сотвори портрет государя могучего. Пусть будет он праведным, мудрым, святым. Пусть будет он самым лучшим. Художник, создай же великий шедевр своим инструментом орудия. И поблагороднее изобрази блудницу правосудия. Художник искусный, тебе что и как рассказывать нужно ли? Вряд ли. Ты знаешь и сам, как создать новый миф, чтоб нравился людям. Не так ли?